В эфире «Вечерний Витебск». С вами Артур Смоляков и Иван Павюченко. Тема нашей передачи сегодня – День пожилого человека. Всем тоже говорю добрый вечер. Но поговорим о том, как государство заботится о пожилых людях и какая помощь им оказывается. Ну и, конечно, о том, как пенсионеры могут сами реализовать себя в самых различных направлениях, вот благодаря деятельности клубов и организаций. Все они действуют на территории Витебской области. В гости мы пригласили представителей Витебского городского общественного объединения пожилых людей «Золотой возраст», которые расскажут о своих увлечениях, о том, как им помогает государство и о том, как они отмечают День пожилого человека. Знакомиться будем прямо сейчас. В эфире «Вечерний Витебск», и у нас в гостях председатель Витебского городского общественного объединения пожилых людей «Золотой возраст» Михаил Григорьевич Кондратьев и член совета объединения Василий Николаевич Мытницкий. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте расскажем о том, как давно появилось в нашем городе ваше объединение, сколько лет оно уже существует и кому пришла вот такая идея. Наше объединение существует с 2016 года. Как бы раньше это объединение базировалось на Красный Крест. Потом оно переросло уже больше как бы в организацию. Первым руководителем «Золотого возраста» была Ванда Андреевна. Вот. Ну, я правильно понимаю, что все начиналось с волонтерства? Да, конечно. Речь идет о Красном Кресте. Да, конечно. Мы полностью и сейчас продолжаем деятельность Красного Креста, где-то помогаем, где-то вот ходим по детским домам, помогаем им. Вот, по крайней мере, этим летом мы помогали в детском доме, в детском доме ребенка посадить, сделать, оккультурить территорию, посадить цветы, там, деревья. Как все это развилось, вот нечто большее, да, вот волонтерство, это был первый шаг, да, вашей организации. Сейчас множество различных направлений действует в рамках деятельности «Золотого возраста». Вот как все развивалось, расскажите. Ну, вы знаете, мир сейчас меняется очень быстро, и нам приходится как бы успевать за ним. Поэтому вот так вот и получается. Надо где-то успеть волонтерское, где-то какое-то еще направление. И, конечно, нашим коллективом, коллектив у нас не маленький, 122 члена состоит в нашем коллективе, каждый вносит свою посильный вклад, посильную лепту. Для того, чтобы мы немного понимали о том, что такое «Золотой возраст», а вот расскажите нам, например, отличие вашего объединения от точно таких же, которые действуют, может быть, на базе каких-то территориальных центров, которые действуют в каких-то вот других учреждениях, где тоже заботятся о людях преклонного возраста, где точно так же интересно организована программа, но у «Золотого возраста» свой путь. Вы знаете, у «Золотого возраста», да, свой путь. Мы как-то стараемся больше дать направление, направление развития, направление в какой-то информации. Вот. Я не могу сказать за территориальные центры, там у них свое немножко, это совсем не другое. Да, к тому, что вы как дополнение к этому, и вы сами выстраиваете свои направления работы, то, как вы хотите это сами делать. Сами выбираете, чем совершенно заниматься. Верно, совершенно верно. Да, мы много посещаем, поездок делаем, много выступлений. Как бы занимаемся активным, действительно, вот когда выходим на пенсию, мы занимаемся активной деятельностью. Михаил Григорьевич, я так понимаю, что вы относительно недавно возглавляете организацию, да? А вот Василий Николаевич долгое время был, скажем так, во главе объединения. Давайте вы нам немножко расскажете о том, насколько много удалось сделать за эти годы. Да. Действительно, в 2016 году мы решили сделать отдельную от Красного Креста общественную организацию. И в главу угла при этом была поставлена волонтерская деятельность. То есть то, что мы делали
вместе совместно с Красным Крестом, мы решили доделать тоже, но отдельно. Для этого мы собрали собрание, назвали его учредительское, выбрали совет этого собрания и решили, что чем мы будем заниматься этой организацией. Но поначалу мы определились, что главным лозунгом или главным направлением нашей работы будет лозунг «Пусть осень жизни будет золотой». Что это значит? Это значит, что когда человек ушел на пенсию, то надо о нем позаботиться, потому что практически предприятие, где человек работал, уже как бы из списков его вычеркивает. И вот сегодня, но вместе с тем, это социально обеспеченный, нормальный, пожилой человек. Который хочет вести активный образ жизни. И этому человеку надо дать какие-то условия для его развития. И вот мы определились. И первым нашим было как бы направлением в работе – это помочь тем, кто сегодня больной, кто сегодня вот, в домах инвалидов и так далее, и так далее. Вот. У нас определились волонтеры, мы ходили конкретно за свои средства, покупали там какие-то подарки, какие-то угощения. И люди были довольны тем, что многие из них, они одиноки по социальному положению. И то, что приходят наши люди из золотого возраста и с ними общаются, они были счастливы. Слушайте, а расчет был на то, что сейчас вы помогаете, а потом кто-то когда-то поможет вам? Да. При этом, что вот, вот лично да. Вот я слышу такие отзывы, что мы, ну, многие из нас, это уже люди под в возрасте под 70 лет. Это солидный возраст. Да. Да. И вот эти люди, они сегодня волонтеры, угу. И они помогают таким же людям, которые уже в возрасте. Угу. И это вот равенство возрастное, нам было о чем поговорить, что-то рассказать, и мы понимали друг друга. Шло время. И мы пошли дальше. Мы решили как бы узаконить нашу организацию. Мы стали принимать в нашу организацию новых членов, ставим им задачи. Когда принимаем мы в организацию, мы всем выдавали вот такие удостоверения. Так, удостоверение о принадлежности, удостоверение, угу. Да, удостоверение члена золотого возраста. Все, прекрасно. Слушайте, а вы сказали, ставите задачи. Ставим задачи. Это, что это значит? То есть нельзя просто так прийти и сказать, я хочу помогать. Вновь прибывшие молодые члены организации, они, собственно, еще до конца не знали, что им придется делать. Молодые, в кавычках говорим, молодые члены организации. Да, молодые, да, в кавычках. В смысле, что они новички. Да. Вот. Процесс пошел. К нам пошли люди. Мы узаконили свою организацию, написали устав. Угу. Устав зарегистрировали. Управления юстиции и стали работать. Потом мы почувствовали, что только вот волонтерская работа с пожилыми – это как бы маловато. Более того, когда мы принимали нового человека, мы давали анкету, чтобы он написал, чтобы кто, понять, что он умеет, да, какие предпочтения. Кто, и что он сегодня сам представляет. Uh-huh. И в этой анкете они писали, что он умеет и что бы он хотел получить от нашей организации. И потом уже на основании вот этих пожеланий, что он хочет получить от организации, мы составляли планы, и в этих планах уже как бы учитывали пожелания в дальнейшей работе. И вот так у нас образовался вокальный коллектив, танцевальный коллектив. Мы подружились с спортклубом «Витебск». Мы подружились, значит, когда мы стали изучать анкеты, я этому видел, что одна из наших новых членов –
организации хорошо владеет дыхательной гимнастикой. И вот мы на собрании, когда объявили, что вот есть возможность вот тем, тем и тем заниматься, тут же у нас появились желающие. И так у нас была сформирована группа танцоров, группа, значит, вокальная группа и, значит, группа, которая занимается только спортом, и группа, которая занимается скандинавской ходьбой и так далее. Ну, и... смотрите, на направлениях деятельности вашего объединения мы остановимся немножко позже. Вот у меня такой вопрос. Вы сказали, что официально вы начали действовать с 2016 года. Ну, то есть это тот год, когда вы приняли первых членов в свои ряды. Ну, официально, скажем так, выдали им удостоверение, да? Сколько на тот момент членов насчитывала ваша организация и насколько выросло количество участников сегодня? Да, очень хороший вопрос. У нас люди, которые были задействованы в работе Красного Креста, было 12 человек. И вот эти 12 человек, мы их называли как учредители, вот, они были как бы первые в этом движении. Мы оформили их первое заседание протоколом, и работа пошла. И пошла работа неплохо, потому что вот за эти вот годы, от 16 по начало 24-го, наша организация выросла в количестве больше, чем 120 человек. Ну, получается, в 10 раз. Получается, что наша организация в 10 раз возросла. И вы знаете, при этом... большая вот заслуга в этом то, что мы, когда образовали те или другие направления в работе, мы пошли в массы. Мы встречались на Славянском базаре, значит, встречались в музеях, встречались в школах, где-то какие-то мероприятия на улице, проводили субботники, проводили какие-то, участвовали в каких-то акциях. И мы со стороны были видны, что мы независимые, свободные. Мы планировали какие-то мероприятия и, по большому счету, ни с кем их не согласовывали, чтобы это было в рамках закона. Мы начали работать. И к нам пошли люди. Михаил Григорьевич, а вот да. Сейчас, чтобы вступить и стать членом «Золотого возраста», что нужно? Все так же заполнить анкету, все так же, там, не знаю, выполнить какое-то первое «боевое» в кавычках задание? Ну, мы сейчас, кто приходит к нам новенькие, предлагаем побыть на собрании, посмотреть, как мы начинаем собрание, рассказать им, донести до них то, что мы делаем в нашей деятельности, и потом спрашиваем, что вы можете, ну, Василий Николаевич, что вы можете внести, какую вот, лепту нам, свою, да. В нашу организацию. Вот, если у человека есть какие-то таланты, понятно, что путь в организацию для него открыт. Если у человека нет талантов, но он очень хочет стать участником «Золотого возраста», возьмете его к себе в состав? Или все-таки сейчас уже, ввиду того, что количество участников довольно серьезное, ну, есть какие-то определенные ограничения? Да, конечно, какие-то определенные рамки есть. Угу. Сразу говорим, что... Да. Эти рамки, вот как сказал Михаил Григорьевич, определяются, во-первых, его возрастом, во-вторых, что бы он хотел, потому что есть такие запросы, и их указывают в анкете, что, в общем-то, отдельные думают, что мы какое-то лечебное медицинское учреждение. Mm-hmm. И придя к нам, они станут молодыми, здоровыми, поющими, танцующими и так далее. Многие... Но подождите, но они же станут здоровыми, поющими, танцующими и помолодеют. Да, поначалу вот так они рассчитывают, что они такими вот станут. И когда вот мы называем конкретно, чтобы это добиться, достигнуть, надо вот то. Отдельное на второе собрание не приходит. То есть, как получается, как бы вот, значит... Слушайте, а вы, я смотрю, любите собрания.
Вот я уже несколько раз слышал, собрания, то есть это регулярные какие-то встречи, да, на которых вы что, выстраиваете план работы, что обсуждаете, вот, как это выглядит? Ну, во-первых, может, вы хотите сказать? Михаил Григорьевич, ну давайте, вот, ну, вы же наверняка сейчас проводите. Как руководитель нынешний, да, объединение. Спасибо. Да, мы часто собираемся. Ну, во-первых, у нас очень плотный график недельный. Фактически у нас только понедельник бывает немножко так свободное время, а остальные дни у нас всем чем-то заняты. Заняты спортом, заняты... репетиции, тренировки. Совершенно верно. Вот так. Поэтому, как бы сказать, что мы свободны, очень плотный, очень насыщенный график. Посещение театра, посещение каких-то кинотеатров, каких-то фильмов, встречи, какие-то волонтерские дела. Поэтому мы продолжаем. Ну вот вы говорите о том, что у вас много различных коллективов на сегодняшний день. Кто-то занимается вокалом, кто-то танцами, кто-то спортом, но все это нужно делать и выполнять упражнения на какой-то базе, да, то есть у вас какое-то помещение специальное для репетиций, для тренировок, может быть, кто-то вам его предоставляет. Я так понимаю, что все-таки в теплое время года происходит большинство, наверное, ваших тренировок на улице, на открытом воздухе, да, вы стараетесь дышать свежим воздухом, но вот сейчас уже холодает, и куда переместятся ваши участники? Вы знаете, вопрос интересный тем, что мы действительно сегодня постоянного офиса не имеем. Но вместе с тем, согласно уставу нашей организации, мы должны проводить встречи с коллективом. И эти встречи, написано так в уставе, не меньше один раз в неделю. Перед тем, как собирать собрание, мы собираем совет. И на совете решаем, какие вопросы вынести на собрание. Потому что, чтобы коллектив знал, вот, что будет завтра. И коллектив знает, что его голос, высказанный на этом совете, непременно будет учтен на собрании. И на собрании уже будет принято решение там, о поездках, там, о чем-то еще. Вот таким образом мы, составляя план работы, мы таким образом, значит, попали с помощью наших депутатов Палаты представителей, значит, овальный зал. Угу. Давайте покажем фотографию. Что за мероприятие, расскажите. Значит, мы попали в овальный зал, значит, где заседает наш парламент. И депутаты, которые с нами работали, нас ознакомили с режимом работы этого законодательного органа, значит, с повестками и так далее, и так далее. Нам было это очень приятно. Потом, значит, было пожелание, значит, перед очередным праздником День Победы, было пожелание непременно съездить на линию Сталина. Значит, и тоже с помощью, значит, депутатов Палаты представителей мы туда поехали, нас там очень хорошо приняли, нам, значит, организовали хорошую экскурсию и все остальное. И люди поверили, что совет, когда совет принимает решение, значит, что-то делает. И, значит, надо прислушиваться к этим решениям совета. И вот таким образом у нас получалось, что практически каждую неделю мы проводим и собрание, значит, и заседание совета. Значит, ну, помимо того, что это официальные такие мероприятия... Есть и более формальные, вот смотрите, да. Новый год вы вместе, я смотрю, встречаете, да, на фотографии. Значит, мы стали проводить такие вот хорошие, востребованные мероприятия. 8 марта, да, надо провести вечер отдыха. Мы где-то подбираем площадку, договариваемся за собственные деньги. Вот, и проводим это мероприятие. Ну, смотрите, праздники отмечать вместе, это, наверное, традиция объединения уже. Но вот совсем скоро
праздник, который касается вас непосредственно и вашего объединения, День пожилых людей. Есть ли у вас какие-то традиции, связанные с этим праздником? Где его обычно отмечаете? Как отмечаете? Насколько для вас он важен и значим? Если вы не против, я закончу вот мысль про наши такие значимые мероприятия. Вот таким образом мы познакомились с территориальными центрами других городов, других зон. И вот таким образом мы попали в Жодино. Василий, только что показывали фотографию нашим зрителям, уже рассмотрели. Да, вы были на экскурсии на Белазе, я могу вам только чуть-чуть позавидовать, потому что у меня все как-то вот не складывается, а по-моему там... Ну да, предприятие, там здорово, да. Побывать там, я думаю, интересно, посмотреть за тем, как производят эти огромные машины. Ну, то, что сегодня мы уже такое люди пожилого возраста, золотой возраст, мы помним о тех люди, которые в нашей организации, тоже их надо поздравлять, надо как-то про них говорить. И каждый раз, когда приближаемся мы к этому празднику... Речь о Дне пожилых людей, правильно? Да, мы собираем совет и решаем, что вот давайте сделаем так. Мы где-то на какой-то площадке соберемся и отметим лучших наших активистов. Это такая традиция у вас? Да, такая традиция. Ответим наших лучших активистов. То есть у нас есть такие благодарственные письма, есть какие-то грамоты, и мы перед всем коллективом называем в разрезе всей нашей работы, что мы вот и то делаем. В этот день отмечаете лучших своих членов, участников, которые добились наибольших успехов за год. Но при этом мы как бы работая с коллективом, мы решили, что надо каждый раз, когда у человека какая-то радость, не только в День пожилых людей, какая-то радость. А радость это когда? Когда юбилей в дне рождения. Внуки, когда рождаются, тоже радость. Значит, юбилей дня рождения. И мы придумали такую опцию, что давайте мы закупим какую-то партию такие чашки. Сувенирная продукция у вас своя появилась. Значит, этот подарок, он каждый день, каждую минуту востребован человеком в быту. И мы на него нанесли наш логотип, написали с юбилеем тот год, когда мы этот праздник, его праздник отмечаем. И торжественно на обстановке, на собрании мы называем заслуги этого человека, участие этого человека в общественной жизни, его роль, чтобы без него мы не можем обойтись в нашей организации, и вручаем такие подарки. Это очень приятно, наверное, получать такие подарки с 2019 года, я так понимаю. Такая традиция у меня был 19-й год, взял свою кружку. Вы видите, таким образом и напоминает о том, что вы тоже причастны к такому большому делу. Причастны еще в каком плане, что когда берешь эту кружку, она напоминает тебе, что ты член организации. И в этом году, я думаю, многие члены вашей организации такие кружки получат. Прямо сейчас, кстати, предлагаю посмотреть сюжет о деятельности вашей организации. Мы хотим поздравить вас с наступающим праздником, конечно же, поблагодарить за интересную беседу. И давайте посмотрим сюжет, затем вернемся в студию и продолжим нашу беседу. На пенсии жыццё толькі пачынаецца, упэўненыя ўдзельнікі віцебскага грамадскага аб'яднання «Залаты ўзрост». Пажылыя яны толькі па пашпарце. Энергіі, жыццёвай сілі і бадзёрасці гэтых людзей моладзь можа пазайздросціць. Яны спяваюць, танцуюць, займаюцца рознымі відамі творчасці, падарожнічаюць па цікавых мясцінах, прапагандуюць здаровы лад жыцця і зусім не выглядаюць на свой узрост. Нядаўна актыўныя пенсіянеры пачалі асвойваць дыхальную гімнастыку для падтрымання арганізма ў тонусе. Свае заняткі «Залаты ўзрост» заўсёды імкнецца арганізаваць на свежым паветры. У пойме ракі Відзьба бавіць час можна весела і з карысцю. Пляцоўка падыходзіць і для рэпетыцыі вакальнай групы, і для адпрацоўкі танцавальных па. Латиноамериканская программа, европейская программа. Собираем их воедино в какие-то легкие композиции и танцуем. Танцуем везде,
дома, на улице, где только можно, на всех фестивалях. Официально организацию «Золотой узрост» зарегистрировали в 2016-м. С этого момента у яе есть свой статут, совет и старшиня. Сегодня у склад клуба уходит больше за 100 человек во возрасте от 60 до 80 годов. Главная задача – полепшить якость життя пожилых людей и позбавить их от одиноты. Сумовать тут соправды няма кали. Каждый день насыщенный цікавыми подеями. Мы занимаемся в спортивном клубе «Витебск» фитнесом, теннисом. И, конечно, уделяется и большое внимание занятию на свежем воздухе именно скандинавской ходьбой. Сейчас это очень популярно. Мы участвуем во всех соревнованиях, которые проводят среди ветеранских организаций в нашем городе. В прошлом году мы заняли на «Спартакиаде» среди 8 команд первое место. Нам всем вручили золотые медали. Было очень приятно. Вот. Ну и, конечно, в скандинавской ходьбе тоже у нас есть результаты и тоже первые места. Для большинства этих людей деятельность клуба – компенсация за напруженное працовное житё, коли часу на себе и свое захопление не хапало. Але самое головное, что талентов и потенциала у витяблян золотого взросту сегодня хопить на то, как сдивить и себе, и скептиков, якие стверджают, что после 60-ти житё уже не может быть ярким и цікавым. В эфире «Вечерний Витебск». У нас в гостях представительница Витебского городского общественного объединения пожилых людей «Золотой возраст», руководитель танцевальной группы объединения Светлана Аркадьевна Левина и руководитель вокальной группы объединения Любовь Геннадьевна Вечерка. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте немножко расскажем о том, какие направления творчества вам близки. Вот, Светлана Аркадьевна, расскажите, как давно увлекаетесь танцами, да, и насколько они, ну, важную роль сегодня играют в вашей жизни? Ну, каждый человек нуждается в социуме. Выйдя на пенсию, освобождается большое количество времени. И где-то изнутри приходит желание реализовать то, что нам было недоступно. У нас не было на это времени. Сколько лет вы уже увлекаетесь вот этим в «Золотой»? Я не танцевала. Раньше нет, только когда пришли в «Золотой очень, возраст»? Да, вот я и говорю, что я очень хотела танцевать, но на то не было времени. То есть в «Золотой возраст» я пришла не так давно, 5 лет назад. Пришла, потому что мне захотелось научить таких же, как я, по возрасту, женщин танцевать. Мы создали группу, и сначала она была такая спортивного вида, потом мы перешли на зумбу и стали пробовать танцевальные движения. Стало все получаться. От движения к движению, от простого мы шли к сложному. Приходило очень много желающих, как золотого возраста, так и люди со стороны. Кто-то оставался, кто-то уходил, но оставались более те женщины, которые очень-очень трудолюбивы, которые были готовы жертвовать и временем, и всем, и нет, заниматься. Благо времени уже достаточно. А? Благо времени уже достаточно. Ну, да, не у всех. У кого-то внуки, может ну, быть, у кого-то верно. Какие-то дела на даче. Тут тоже нужно делать. Да, приоритеты немножко двигать. То есть, да, но любовь к танцам у них тоже, как и у меня, прослеживалась. Была большой, да. Была большой. Готовы были уделять да. большое количество. И послушайте, для того, чтобы научить, нужно уметь самим. Правильно же? Вы говорите, вам хотелось научить других женщин. Вот я и говорю, что единомышленники собрались. Кто-то где-то, когда-то, что-то, умел. Что-то угу. на начальном уровне. Угу. Ну, мы же того поколения, когда это был Дом пионеров, угу. это не было таких студий огромных, где угу. могли научить. Кто-то так вот по чуть-чуть что-то умел. И все это было, у всех были одинаковые права. Кто-то что-то приносил. Я могу вот какие-то стучать, движения да. Но по большому счету учились вместе. Учились вместе.
учились вместе. Учимся везде и всюду. Здорово. Ну вот спустя 5 лет, да, существует такое танцевальное направление. Довольны ли результатом? Как успехи? Я довольна очень. Мы, во-первых, пробуем разные направления. От шафла, востока, до бачаты, до движений бальных танцев. Собираем какие-то небольшие композиции. Но вы же понимаете, что человек нужно еще и показать себя, показать свой труд. Сначала на собраниях выступим, потом на каких-то концертах небольших. Нас стали замечать, нас стали приглашать. И настолько вот нам это понравилось. То есть, если есть себя где показать, значит, нужно очень-очень потрудиться. Мы видим, что вы себя очень ярко показали, судя по количеству наград, которые были получены, я так понимаю, в последние годы. Вот, давайте расскажем, где выступаете. Было очень страшно. Мы начали, конечно, с онлайн-конкурса. Это был международный конкурс в Геленджике. И участвовали там страны-побратимы этого города. Это было первое наш... Проба пера. Затем мы стали выступать на Славянском базаре. Вот 5 лет уже мы выступаем там на Славянском базаре в рамках фестиваля «На семи ветрах». Ну, у нас же интернет, мы видим, где и что проходит. Стали участвовать в танцевальных фестивалях. Оказывается, фестивалей в нашей стране, в Беларуси, очень много. Это правда. Очень и судя много. По кубку и вот этому вот собранию наград. Да, это вся Беларусь. Брест, Могилев, Бобруйск, Минск неоднократно. Витебский район, это из того, что я отсюда вижу. Витебские фестивали мы не обходим ни один. Центр культуры Витебск устраивает в течение года 2 фестиваля. Танцуют все, майский бал, где танцуют вот такие групповые коллективы. И сейчас Витебский район делает где этот вот кубок? Созвездие Терпсихоры, да, в Новке. Вот здесь мы чуть не стали... Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило и до гран-при, да? До гран-при, да. Угу. Мы здесь должны были получить гран-при. Вот это вот такая. Слушайте, ну плюсов все равно, наверное, много, потому что, ну, могу предположить, что когда все только начиналось, найти единомышленников было довольно сложно. Сейчас, когда вы проявляете себя на различных фестивалях, показываете себя на Славянском базаре, наверное, люди идут к вам сами и идут в большом количестве. Это так? Идут, потому что... мы достигли того совершенства, хотя хоть и у каждой женщины своя харизма, но мы достигли такого достижения, когда танец смотрится легко, непринужденно. И каждому, который нас видит, думается, что мы тоже так сможем. Ох, как легко и просто. Но когда приходишь на репетицию... А когда приходят, да, нужен труд. Нужно огромный-огромный труд, надо танцевать 24 часа в сутки, засыпаешь, танцуешь, прослеживаешь композицию, в магазин идешь, танцуешь походкой от бедра. Ну, в общем-то, то есть вы выделяетесь из толпы, я уже понял. Но я думаю, что Любовь Геннадьевна может присоединиться к тому, что вы говорите, что нужно работать 24 часа в сутки, только здесь уже направление... Немножко другое, немножко другое, да, хотя Любовь тоже Геннадьевна, близко музыкальное. Расскажите нам, когда вы пришли в золотой возраст, как давно, и умели ли петь до этого? Я пришла 7 лет назад. Ну, сначала мы как-то так. Ну, потом тоже уже у их была группа. В золотом возрасте. Уже была, когда да. вы пришли. Был там музыкант, он, который играл на баяне, и все ходили. Ну, и мы присоединились тоже. Пели сначала. Ну, в нашей группе, конечно, все любители. Все... То есть профессиональных вокалистов нет? Учились всему сами? Нету ни у кого музыкального образования. Потом как-то этот музыкант отсеялся от нас, и девчонки... как я их называю, выбрали меня, хотя у меня тоже нет образования никакого. Когда-то в молодости я там была какой-то солисткой, но это так. Ну, вот. Все равно ответственность довольно большая, да, наверное, репертуар, да, доверенно во-первых, выбирать вам. Во-первых, у нас нету тоже, вот,
чтобы кто-нибудь нам аккомпанировал, записываю сама, подбираю песни сама. Им, может быть, иногда не нравится моим. Ну, я думаю, они бы не стали молчать, если бы им не нравилось. Бывает, в спорах достигается истина, но мы, конечно, больших успехов не делаем, потому что все более пожилые там женщины у нас, но мы поем. Поем для души. Какие песни? Поем песни согласно нашего возраста, лирические в основном. Вот. Ну, где выступаете? Тоже фестивали, тоже Славянский базар или у вас, да, какие-то свои мероприятия? Да, Славянский базар и фестивали. И вот мы, Золотой возраст договаривается в какие-то праздники, вот День пожилого человека, мы тоже будем выступать там, там и там. Ну, это здорово, что есть какие-то планы. Может быть, ну, наверное, вопрос к обеим нашим гостям. Какие-то перспективы на будущее, может быть, что хотелось бы реализовать вместе со своими коллективами? Где выступить? Какие задачи перед собой ставите, ну, в рамках творчества? Ну, у нас движение, движение и движение вперед. Мы не останавливаемся. Каждое занятие изучаем какой-то новый элемент, вставляем его в композицию. Ну, а планов выступать можно не строить, потому что мы сейчас настолько востребованы. На следующей неделе у нас 3 концерта и плюс 2 репетиции. Вот неделька-то занята уже, я смотрю. Все 5 дней. Да. И плюс собрание, да, где будут поздравлять и чествовать нас, пожилых людей. Это здорово, когда такое количество планов, и я так думаю, что у вас каждая неделя плюс-минус проходит в репетициях, выступлениях, ну и залы, наверное, собирают аншлаги. Как отмечаете День пожилого человека обычно? Вот так, на сцене или дома в семейном кругу? В работе, конечно. Мы уже считаем, что это наша работа. Уже концерт. Да. А родственники ваши приходят на вас посмотреть такие дни? Ну, и родственники приходят, и приходят такие же люди, подпевают нам, аплодируют, и нам это доставляет удовольствие. Вы имеете в виду, семья поздравляет ли, да? Семья, ну, да, близкие люди. Да, сейчас мобильная связь. Почему столько времени отдается? Потому что дети далеко, родители далеко. Поздравляют по телефону. Но помнят, не забывают, конечно, о том, что есть такой праздник. И радуются успехом, да, интересуются, что нового, какие костюмы, куда планируете. А если отмечать как застолье, то мы всегда отмечаем День пожилого работника. Пожилого человека, ничего страшного, да. И работника тоже. Да. Декоруба делает мероприятие типа «Огонька», где проходит концерт, поздравления нас с танцами, песнями, с конкурсами. Можно только порадоваться, что так весело, интересно и не скучно проходит ваш золотой возраст, что вы действительно находите возможность и себя радовать, и радовать тех, кому это нужно, просто вот глядя на вас. Спасибо. Ну и мы уверены, да, что этот праздник тоже пройдет весело, интересно, пройдет на сцене. Это здорово. Мы поздравляем вас с наступающим праздником, с Днем пожилого человека. Прямо сейчас посмотрим рубрику «Строкаты и патерки» и вернемся в студию. Не переключайтесь. Спасибо. Привитание, сябры. Ни для кого не секрет, что у каждой мове есть свои властные слова и запозиченные. Одно из таких слов – цегла, якое пришло до нас с немецкой мовы, прац польскую. И я не буду ходить навокал и одразу нагадаю, что цегла – это кирпич. Але меня больше зацікавило такое питание – як называть людей, якія працюють с цеглой, так? И как назвать предприемства, на яких отбывается вытворчесть цеглы. Дык вось, и кирпичный завод, и карьер, где добывают глину на кирпич, называется одним словом – цагельня. Ну а теперь высветлим ситуацию с рабочими. Там так само ничего складаного.
рабочий кирпичного производства и рабочий по добыче глины, предназначенный для кирпичного производства, гэты человек называется цагельник ці цагляр. Ну вот, глядите, есть пригожий приклад у Трусова. Часто полоцкие и витебские цагельники позначали свою продукцию еще и специальными штампами, которые покидали поглубленные следы клеймы. До речи, я ведаю нескольких коллекционеров, которые шукают кляненые цеглы. И когда тримаешь такую цеглу в руках, отчувание быцем докранулся до истории. До встречи, сябры! Познавайте слова да и историю. Усяго доброго! В эфире «Вечерний Витебск». У нас в гостях участница Витебского городского общественного объединения пожилых людей «Золотой возраст» Ирина Федоровна Синовец и Нина Павловна Маценова. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот сегодня уже мы немножко поговорили о достаточно новом таком направлении для вашего объединения. Это дыхательная гимнастика. Давайте поговорим о нем подробнее. Я так понимаю, что возникло желание у вас заниматься дыхательной гимнастикой после появления такого заболевания, как ковид. Слышал об этом. Вот давайте расскажем, на что влияет дыхательная гимнастика, чему способствует, насколько она полезна? Вы знаете, дыхательная гимнастика, она даже, может быть, немножко раньше появилась. Ну, появилась в мире, да, но в вашем объединении. Да. В нашем объединении она появилась буквально накануне начала пандемии. И вот когда мы начали уже собираться вместе после пандемии и начали выполнять эти упражнения, а люди приходили уже, ну, кто-то перенесли, и достаточно сложно перенесли эти заболевания, и они стали отмечать, что дыхательная гимнастика позволяет им быстрее восстанавливаться. То есть, ну, люди уже в таком возрасте, взрослым, много знающие, много видящие, конечно, был какой-то сначала скептицизм. Но когда на своем опыте, на своем, так скажем, здоровье ощущаешь здоровье, вот, появляется все больше и больше доверия. Но у меня доверие к дыхательной гимнастике, наверное, с детства, поскольку я всегда занималась спортом. А когда сама в какой-то период жизни столкнулась с тем, что нужно было принимать какие-то еще такие меры, так скажем, помимо медикаментозных, и я познакомилась с дыхательной гимнастикой Пострельниковой. В общем-то, и вот эта дыхательная гимнастика Пострельниковой помогла и мне, и потом всем тем, с кем я общалась, кому рекомендовала. Ну, рекомендовала, конечно, я не медик, я рекомендовала просто чисто по-человечески. Ну, Ирина Федоровна, я так понимаю, что в объединении взяли на себя инициативу, да, проводить тренировки, занятия по дыхательной гимнастике. Ну, и все-таки для того, чтобы проводить подобные занятия, тренировки, да, нужно, наверное, постоянно узнавать что-то новое, читать, где-то смотреть какие-то видео. Вот стараетесь ли развиваться в этом направлении? Конечно. И что стараетесь привносить, может быть, внедрять вот в ваши занятия? Конечно. Да, вы знаете, у нас наша дыхательная гимнастика, она такая программа миксовая, так скажем. За основу мы взяли именно вот этот комплекс дыхательной гимнастики Пострельниковой. Но туда мы добавили немножечко оздоровительного цигуна, немножечко дыхания йоговского. Вот. Но это все в таком легкой форме, так чтобы люди не чувствовали какие-то нагрузки, потому что у каждого свой уровень подготовки физической. Вот. И важно, чтобы каждое упражнение доставляло удовольствие. И когда мы беседуем, я спрашиваю, как вот вам нравится, не нравится, и мне очень приятно слышать, когда люди говорят: да, стало легче дышать, да, появилось нам настроение, да, появилось там еще что-то такое, хочется двигаться, хочется куда-то идти, то есть... Ну, слушайте, если не будет нравиться, перестанут ходить. Конечно. А ваша задача научить, обучить, показать, ну, тому, что вы уже сами научились, чтобы потом не обязательно было посещать занятия, чтобы дома человек это мог делать самостоятельно. Да. Или важно приходить, всем вместе опять собраться и... повторять за вами. Вы знаете, например, у нас наши члены нашей группы, они очень активные, девочки. Потому что да, мы уже вот убедились, и девочки, убедимся, да, еще. Вот. И, естественно, очень важно и быть в группе,
в социуме, в коллективе. Вот, потому что мы здесь не только делаем какие-то упражнения, мы общаемся, мы там делимся своими какими-то впечатлениями. Но у нас еще помимо этого всего есть свой чат, где размещены там какие-то блоки упражнений. И наши девочки занимаются, не все, не скажу, что все, но некоторые занимаются дома самостоятельно, потому что понимают, что да, раз пошел вот такой хороший эффект, его нужно поддерживать, вот, это безопасно, это несложно, это не занимает много времени, вот, и понимают, что дыхание – это наше все, то есть умение правильно дышать. Это основа основ. Нина Павловна, я так понимаю, что не только занятия вот подобными упражнениями приносят здоровье членам вашего объединения, но и занятия спортом, в том числе и в частности, речь о скандинавской ходьбе. В первую очередь. Я вот хочу... как давно это направление я развивается? Я хочу сказать, что в нашем коллективе, как говорили уже наши руководители, есть секции по интересам, кто хочет. У нас спортивная, вокальная, танцевальная. Ну, дыхательно, так как к спорту относится. Значит, я возглавляю уже много лет именно секцию спорта, спортивную секцию. Она существует, вот если дыхательно там немного, а мы, как только зародилось это вот наш золотой возраст, так пошел спорт. Наше руководство заключило договор с клубом витебским, спортивно-физкультурным, и согласно которому мы бесплатно, это забота нас, пенсионеру, занимаемся два раза в неделю аэробикой спортивной. Вот сначала идет перед нашими занятиями дыхательная гимнастика, час, а потом час занимаются спортсмены мои. Их 21 человек. Первая группа и вторая группа. Два раза в неделю, вторник и четверг. В теннис, если есть время у тренера, у субботу, мы играем в теннис. А ваша группа спортсменов, вот 21 человек, они занимаются и теннисом, и скандинавской ходьбой, и аэробикой. Да, 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 у нас все совместно. И дыхательная гимнастика отдельно, хоть у кого есть время. Я не хожу, я много где занимаюсь. Значит, эти регулярные тренировки, у нас все люди, фанаты, любят заниматься спортом, потому что он дает нам стройность, спорт. Значит, здоровье прежде всего, меньше бегаем, не тратим свое время по поликлиникам, не покупаем дорогие лекарства, покупаем лучше фрукты, дышим воздухом свежим. И, значит, наши занятия под руководством высококвалифицированных тренеров, они все с высшим образованием, спасибо им, значит, благодаря им мы занимаем... места хорошие. Ну, вот, конечно, если у вас команда спортсменов, я хочу должны сказать, добывать вот это вот, мы долго награды к этому шли. И в прошлом году в рамках активного долголетия ВССК, центральный спортивный комплекс наш, комплекс, были соревнования 8 ветеранских организаций города Витебска. И мы, золотой возраст, первое место. Мы прыгали как дети, вот Василий Николаевич помнит. Слушайте, ну это действительно серьезный успех. А участвуете вы каждый год в этих соревнованиях, правильно? И вот этот успех вам покорился впервые. Первый раз. А вот это медали. Золотая, серебряная и бронзовая. Все собрали. Все собрали. Но есть еще личный наш руководитель, экс-руководитель Василий Николаевич, имеет каждый раз, когда выступает, он то серебряную, то золотую. По стрельбе он золотую занял, я по стрельбе серебряную. Ну, сколько Михаил Григорьевич тоже лично имеет медали. Но я свои медали не принесла, только вот общие. Ну, мы вам поверим, что она у вас есть. Так, и еще, сейчас благодаря, мы чувствуем заботу государства, вот то, что мы в клубе занимаемся бесплатно, и тренер нам предоставлен, он оплату получает, зарплату, а мы это пользуемся. Значит, 30-го... Пользуясь случаем, скажу, что 30 сентября, это в понедельник, в 11 часов в пойме реки Витьба, значит, в рамках акции республиканской «Уважение, ответственность и забота о людях старшего поколения» проводится марафон по скандинавской ходьбе. Вот я дам объявление, как руководитель этого спортивного направления в чате у нас свой. Ну и вообще-то не в чате, а спортсмены сами по себе придут. Но будут участвовать, кто желает. Палки скандинавские с собой иметь, если нет, то клуб предоставит. И будет этот марафон в 11 часов начала. И, товарищи телезрители, если вы видите, приходите все, массовость приветствуется. Я думаю, обязательно придут, посмотрев наш эфир. А вот День пожилого человека, как планируете встречать? Спортивно, неспортивно, в кругу друзей, семьи? Спортивно обязательно. Вот 30-го, это накануне, мы друг друга поздравим, назначим
это будет как бы преддверие нашего праздника, а встретимся мы обычно в Рубе, там у нас святочные столы, мы поднимаем эти бокалы за наше здоровье. Ну и несмотря что возраст, пусть нам завидуют, что мы выглядим неплохо. Вот мне скоро 80 лет. Я уверен, что вам завидует большинство наших телезрителей, которые сегодня смотрят наш эфир. Хочется вас еще раз поздравить с наступающим праздником, с Днем пожилого человека. Желаем вам оставаться такими же молодыми. И, конечно же, добиваться новых успехов. Не только в спорте, но и в жизни. Прямо сейчас посмотрим рубрику «Афиша». Впереди нас ждет еще музыкальный номер. Оставайтесь с нами. В выставочном зале «Духовской круглик» проходит выставка-проект Игоря Дурова. Идея проекта родилась в 2017 году. Это связано прежде всего с появлением детских творческих работ, посвященных истории Витебска и его архитектуры. Цель проекта – показать богатство, многообразие и уникальность витебского культурного пространства, детальнее ознакомить жителей и гостей города с памятниками архитектуры различных эпох и выдающимися личностями нашей истории. В кинотеатре «Мир» покажут новые приключения Лунтика и его друзей. На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернуться домой на Луну. Для этого главному герою необходимо взобраться на Черную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей. А в Доме кино состоится показ белорусского художественного фильма «Культурный код». По сюжету двое молодых студентов выпускного курса Академии искусств получают от мастера курса творческое задание – снять в качестве дипломной работы документальный фильм про государственные символы Республики Беларусь. Съемка дипломного проекта оборачивается захватывающим и познавательным приключением для молодых героев. Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска-Двина» приглашает на концертно-развлекательную программу, посвященную Дню пожилых людей. Своими выступлениями порадуют сольные артисты и творческие коллективы. Вход свободный. В выставочном зале «Экслибрис» Витебской областной библиотеки имени Ленина разместилась уникальная выставка коллекционера Елены Булкиной. Экспозиция «Мир книжной закладки» включает более 900 книжных закладок из 35 стран мира. Закладки поражают своим разнообразием и вариантами исполнения. Особый интерес представляют оригинальные закладки ручной работы, а также современные необычные закладки-магниты, 3D-закладки, закладки с подсветкой и другие. Витебский областный методичный центр народной творчести запрошает на областную выставу конкурс по региональным интерьерным текстили «Уродные хатцы» на Витебском Поднепровье. Там экспонуется традиционная побытовая рукотворная речи, створенная за опошние 5 годов майстрами народных мастацких рамёстваў. Ну вот, конечно, в эту афишу еще можно добавить, да, тот марафон, о котором мы говорили, по скандинавской ходьбе. Но в эту передачу я должен добавить еще информацию о том, что напомнить нашим телезрителям, вечернему Витебску 10 лет исполняется в этом году. Вот как раз осенью совсем скоро будет та самая дата, от которой мы ведем отсчет. И мы подготовили 10 крутых призов, которые разыгрываем среди вас, наши любимые телезрители. Многие из них уже нашли своих обладателей, счастливых обладателей. Мы их показывали в эфире, те, кто выигрывал эти призы. Но вот сейчас, в сентябре, мы разыгрываем робот-пылесос для того, чтобы его выиграть. Нужно смотреть все выпуски нашей программы и собирать счастливые слова. Сегодня счастливое слово «золотой». Вот как золотой возраст был сегодня, вот поэтому сегодня мы такое слово решили выбрать. Это слово вам пригодится вместе со всеми остальными, которые вы собираете, для того, чтобы уже совсем скоро, на следующей неделе, составить небольшой рассказ, прислать его нам в инстаграм-аккаунте «Беларусь4 Витебск», будет специальный анонс, и среди авторов всех рассказов мы разыграем этот робот-пылесос. А в октябре, в день рождения нашей программы, среди авторов всех рассказов и участников всех месяцев мы разыграем наш главный приз, и это будет путешествие. Подробности вы всегда найдете на vtv.by, это наш сайт, а в YouTube доступны все выпуски нашей программы, и совершенно несложно дособирать недостающие слова, это вам подсказка для тех, кто, может быть, пропустил какой-то выпуск. Участвуйте в конкурсе, но нам остается только посмотреть музыкальный номер. Сегодня у нас в гостях с музыкальным номером танцевальный коллектив Витебского городского общественного объединения пожилых людей «Золотой возраст». Давайте смотреть, наслаждаться. Мы с вами прощаемся, увидимся на том же самом месте в то же самое время. Всего доброго и не скучного вам вечера. Пока. Get 남긴 것은 하나 없는데
미련없이 날 두고 떠나가는 그대를 가지마 가지마 붙잡지도 못했는데 각자 인생이 바빠서 외면했나 봐 알아도 모른 척 돌아섰나 봐 멋진 남자 딱 한 사람이면 난 좋은데 그리워할수록 더 짙어져가는 그대 그렇게